Из-под женского пальто торчат волосатые ноги. Все, отобрали ее. Тихо! Вот это да! Ай, киса! Она здесь! Ай, киса! Вот там ты потащила! Привет, друзья! Привет! Мы шепотом разговариваем, у нас Никита спит. Понедельник утро. Кто рад в школу идти? А, сейчас покажем. Вот что у нас здесь. Дети ждут не дождутся, когда выйдут на улицу. Он тает мокрый. Почти что первый снег. А у нас скоро каникулы. Вот эта неделя, это последняя, можно сказать, учеба. А следующая неделя будет по полдня. Встреча с учителями будет? Ну да, да, час он будет. И... будут конференции с родителями, практически учебы не будет. Вы же последнюю неделю перед Рождеством уже почти не учитесь, да? Только игры всякие, да? Мы это учимся. Мы много учения заканчиваем. Этот июль. А что? Не отдыхает, да? Вообще ничего не учим. У меня будет конференция, встреча с учительницей 18 декабря. Вот я посмотрю, кто как учится. Все учительницы мне расскажут, ваши мне учителя. С тобой. Сейчас я покажу, что я Лизе на ланч собрала. Кашка гречневая, такие динозаврики мясные, помидорчики свежие и яблочки. И, естественно, молоко, как всегда, шоколадное. Пошли собираться. Все, дети. Бай. Папа обязательно вставит свои 5 копеек. Кинет свой снежок. А кто-то проснулся и сразу пошел на улицу. Кто там? Привет, друзья! Привет, Никит! Ну как? Смотри, не упади аккуратнее. Киса вообще в шоке, да, кис? Мама, здесь лапки кисы! Ага, она, наверное, уже замерзла. Кис, иди домой. Не упади. Ой, он красит! Ага, и не только. Она вот там дралась, видимо, с кем-то, следы. К нам кот ходит, она его постоянно бьет, кошечка наша маленькая. Котяра такой большой, а киса его не боится. Она его прям в шею гонит. Кошечка, мама, залезла по столбу, да? Ой, холёденькая пушистичка. Замёрзла, иди быстрее домой, небось вся холодная, мокрая. Да хватит. Я видел, крутые лапки. Косюсь, ты как тут, в шоке от такой погодки? А, Косюсь? Смотри, какая она возбуждённая. Вся распушилась. Ой, опять лезет, глянь. Она играет со мной. Валюсенька, ты так рада, да? Ты так рада такой погоде. Мы же ей дома не даем по елке лазить. Да, она пыталась у нас пару раз по елке полазить. Мам, ей может быть Майкл понравится. Ну что делает, а? Такой халюська. Так, папульчик, давай Лизе сюрприз сделаем. Доедем ее комнату, она придет со школы, а у нее там красота. Елочку сделать. Елочку маленькую поставим. Огоньки повесим, как любят они. Гирляндочки. Гирляндочки. Пойдем? Пойдем. Давай, наверное, мы окно, чтобы красиво было с улицы, украсим. Здесь Лиза уже наклеила снежинки. И Дед Мороза себе... А, это вот чувака этого, снеговика. Я думаю, что здесь вот огонечки где-нибудь можно будет. А куда хочешь? На стол. Лампу, а лампу берем время, да. Все равно они сейчас пока за столом за этими сидят. Я не знаю, сколько лет вот этой маленькой елочке. Ее на гаражке, на гаражной распродаже купил брат мужа и привез родителям. Родителям она не прижилась. Ну, пару лет постояла у них, а потом они нам ее отдали. Короче, вот эта елка была у каких-то американцев, потом у родителей, а теперь у нас стоит вот такой год уже маленькая.
Она уже такая готова ее распрямить, поправить. И все. А, там надо постелить сейчас на стол. Сапог. Мяшок. Все, елку нарядили. Выровняли. Даже декорации вот эти были. Еще подарочек какой-то был, но дети его растрепали. Так, а здесь звезда должна быть где-то еще сверху. Нету ее звезды. Что, она, видимо, поломалась, да? Вот, да. Ну, папульчик. Вы тут живые? Киска скользит. Ой, ужас. Никита, у тебя что там, веселье, да? Катаешься, ты что, расчищаешь, да? А чем ты расчистил? Лопатой, да? Да. Молодец. Как что на этой машинке здесь ездишь? Кис, покажи цирковой номер. Вот, молодец, молодец. Такой крепыш такой, махолюсенький. Видишь, какая актриса. Ждала, когда я буду снимать, да? Кто ж тут стучит, а? Че стучишь? Я нагулялся. Нагулялся, да? Ага. Кис, а ты нагулялась? Я там делала. Драпана дала. Штучку такую. Детский слайм. Дети вчера делали. Это что было? Где было? А, папа гирлянду лепит там в вашей комнате, чтобы сюрприз вам был. Мама, можно смотрю? Конечно, можно. Раздевайся. Все, весь мокрый, да? Есть. Снежинка слетела с окна. Все мокрое. Вон, на полу лежит. Похоже, киса будет сейчас проситься, да? Моется, вся замерзла, лапы отмерзли. Заходи, Косюся, домой. Циркачка-то наша. Заходи. Выловит. Не. Выловил. Ляня опять пришла. Никита, открой ей дверь, пусть она зайдет. Она просто не хочет, чтобы ты ее брал. Опять не хочет. Хитрюка какая-то. Иди смотри, что папа делает. Оставь ей щель открытую, чтобы она зашла. И пойдем посмотрим огоньки. Мама, и еще пусть... Красотень, да? Папа, видишь, уже здесь что сотворил. Включатель пока еще не нашли. Раньше я на этот столик залазил, он хорошо меня мама, держал. А вот сейчас... Столик старенький, только ты мама, толстенький. Мама, я думаю, что одно другому не мешает. Почту привезли. Сейчас я сниму почту. Уже уезжает, да? Почтовая машина. Папочек, почту принесли. Возьмешь? Снежочек у нас какой. Крутой. Он хоть тает и плюсовая температура, но все равно настроение появилось. Так, кто ж там гигазит, а? Кто ж там гадствует, а? Кто же такой сякой, а? Сейчас что-нибудь съешь, киса. Глаза, глаза, глаза. Бешеные. Папа за почтой идет в моем пальто. Из-под женского пальто торчат волосатые ноги. Мусорные баки на место ставят. У нас понедельник, сегодня забирали мусор. Высыпали, вернее. Почты. Нету почты никакой, да? Да, ты надо снимала. Да, я вас снимала. А папа в пальто зачем в мамином ходил? Потому что он думал, что ты не будешь снимать. Да? Да, и он решил перехитриться. Решил перехитрить. Ага, елка уже лежит. Мы пока еще ее не установили толком. Так, Никит, будем вот там огонечки вешать красные? Да. Вот так по кругу, да? Какие огоньки? А у нас красные где-то много было. Ай, киса! Она здесь. Я в этом углу. Ай, куда ты потащила? Дурында. Да. Куда я его потащила? Потащила бантик. Киса, ты где? Потащила жертву. Она Дед Мороза нашего из-под елки своровала и всего затрепала.
все, отобрали у нее. Ай! Тихо! Вот это да! Вот это происшествие. Да, вот эту елочку свою бери. Где-то у себя ее посерединке где-нибудь повесишь, да? Выбери местечко, я приколю ее. Я вот здесь. Ну-ка, отойди в сторону. О, вот так. Отлично? Да. Нравится? Да. Теперь у тебя очень уютная кроватка. Ага. Как красиво. Еще Лизе надо там этот повесить. Кендикейн ее. Вот этот же ее, правильно, белый? Угу. Мама, голова будет есть. Где дырочка? Так, смертельный номер. Мама лезет на кровать. Лезет на кровать. Наверх. Вот так, прицепили. Мама, я в тупике. В тупике в каком-то? В жизненном? Так. Все, нормально. Никит, я предлагаю сделать перестановку. Вот этот столик с елочкой вот сюда поставить к кровати, а полочку вот сюда давай. Какую? Чтобы у тебя рядом с кроватью елочка стояла. Ну все, делаем. Так, выяснилось, что звезда у нас поломана, и мы будем новую покупать. Вот что? Так. Да, вот так. Красота? Да. У меня здесь супчик гороховый варится. Сегодня у нас на обед. Посмотрите на эту бедную родственницу, на улице спит. Не хочет домой. Почему? Пойдешь домой, Кейс? Холодно же. Кейс, я ей тут постелила кофту теплую. Мы закончили наряжать Лизину комнату. И вот что у нас получилось. Так, мы особо сильно не наряжали, но я думаю, что отсюда будет вечер, будет красиво. Никита, тебе нравится? Смотри, как у тебя здесь уютненько. Ага. Да? Вот здорово. Мне красиво. Красиво, да? Ага. Сейчас на окошке не видно огоньки, но когда стемнеет, будет красиво. Никита прыгнул мне на ногу, оттоптал. Золотой. Для подарков. Представляешь, сколько подарков влезет? Да. Пора за детьми идти. Ты со мной пойдешь или будешь здесь ждать Лизу? Я здесь буду Лизе ждать, чтобы показать ей сюрприз. Ты думаешь, она будет рада? Ага. Короче, жди, мы сейчас придем. Ага, хорошо. Ты с вечерами пойди, а я здесь буду сидеть, да. Привет, друзья! У меня осталось помогать нибудь. Я Лизе покажу сюрприз, и сейчас покажу, что здесь. Смотрите. Вот здесь деревня у Дениси, когда она работает, а вон там чуть-чуть работает. Здесь красотенько. Видите? Привет! Привет, дорогая! Ты в этих сапогах не промокла? Нет, все хорошо. Ты почему без шапки? Она в кузаке. Капюшон надевай. Хорошо. А у нас дома сюрприз для тебя. Там Никита тебя ждет в комнате с большим сюрпризом. Надеюсь, не беспорядком. Не, ну я тоже надеюсь. В школе все нормально? Да, хорошо. Учились или игрались? Игрались. И не учились, да? Мало учили. Ну вон, сейчас. Видишь, такую маленькую горку? Мы ее это делали. Николай идет грустный. Нет. Привет, Николя. How do you do? Хорошо. Ну, хорошо, да? Привет. Только не говори, что у тебя ноги мокрые. Я говорила, эту обувь не одевать, и ноги мокрые, да? Не мокрые. Ну, что, да? Привет. Привет. Какие дела? Ну все, хана. Подожди.
Подождите. Все, он убежал уже. Смысла нет, Соня, мстить. Дома отомстишь. Я готова. Готова мстить? Коль, зря ты с женщинами связался. Нас трое, а ты один. Папа спит. Никита сюрпризом ждет. Никто за тебя не заступится. Лис, отомстим Коле за женщин. Наступай с другой стороны, Лиска говорит. Сонь, бесполезно. Хана. Я думала, ты в Колю засадишь, Сонь. Коль, вернись, ну-ка возле дороги не бегай. Коля, нельзя в девок. Елочка. Покажите мне ваши лица. И ваши, и твою кровать по-другому. Ну как? И это громяный носок в той комнате. А здесь можно подняться. А тут подарочков сейчас, нет? Сейчас картина тебя упадет. Нет. Тут подарочков нет? Нету. А-а-а. Не Рождество еще. Не сложно. Ну как, нравится? Ну, конечно. Шутка. Я не знаю еще, посмотрим. Куда ты? Я это все декорации, украшения было. Зачем снял? Зачем стянул? Ты же думаешь, я просто так валялась там? Да. Нет, это было украшением, декорацией. Здесь можно конфетки новогодние складывать. А, ты думаешь, что можно конфетки вам положить? Как быстро они закончатся? За один день или за два? А там, например, если там положить 10 конфеток, иногда за 10 дней. Не обманывай меня, за один день смотри. У меня столиков теперь нету. У вас большой, есть обеденный стол, там можно все делать. Все равно он вам маленький, этот стол, мы будем покупать. К Новому году купим, может, стол. А когда стемнеет, как будет хорошо здесь. Ага, это вообще супер просто, да, Лиз? Ага, просто супер будет. Здравствуйте. Можно у вас купить пирожные? С вас 20 рублей. 20 рублей, Нати. Вот вам пирожные. Спасибо. Так, дети, вы кое-что мне забыли отдать. Сегодня понедельник. Monday folder со школы от учителей. Бумажки, письма. Несите. Сейчас принесу. Да? А я тебе говорила, не надо залазить на лестницу. А ну не залазит. Что, Никита? Да, теперь у Никиты новая манера лежать за планшетом. Так, что у тебя? Ого. Так, это опять книжки какие-то, да, предлагают купить? У нас там в библиотеке. Короче, это рынок книг. Можно будет книжки покупать, будет много. Вот эту книжку, серия «Дневник неудачника», по-моему, называется по-русски. Коля очень любит, я ему такую же купила на Рождество. Так, это обычный журнал газеты. Это газета от всех школ города Спокен. То есть она во все школы приходит. И здесь всякие новости. Здесь вот учитель месяца. О, у нас такая ученица в школе есть. Давай посмотрим, это какое. Нет, это Фримен. Это не наша. Тут какие-нибудь купончики в ресторан можно. Вот это вырезаешь. Ну, короче, есть разные-разные новости, рекламы детские, там стоматологи, дантисты, магазины, Санта-Экспресс, в котором мы были. Да, мы там ходили уже. Это, короче, видимо, какие-то лучшие дети месяца или чего-нибудь, скорее всего. О, и ты узнаешь? Кто? Подожди, вот сюда еще раз посмотри. Ты узнаешь? Теперь представь эту тетю в очках. Вы знаете эту женщину? Да! Кто это? Это наш доктор. Да, это наш педиатр. Наш доктор любимый. Я рекламу заказала в газете. Гранденете. Вообще, изумительный доктор. Я не знаю, лучше доктора, наверное, не бывает на свете. И вот это получается, что новость от учительницы. Новости такие, что они проходят. Все, что происходит у них в классе здесь. Такая информация. Даже номер телефона есть учительницы. Коля, у тебя что показывает? От учительницы. Это все? Да.
другого нам. Такая же газета, Санта-Экспресс, где мы были, и что это? Это про книжку сейчас нужно сделать. 4, молодец. 4, это самая высокая оценка. Легкий тест, да? Это вы сегодня делали? Нет. В пятницу? Неделю. А, только отдала, да? Тебе что-нибудь учительница передавала сегодня, сегодня понедельник, домой? Мне, может быть, там было что-то в прошлом году, я пойду проверю. С прошлой недели не отдала? Отлично. Да, я просто забывала. Лисочка, отнеси, сразу положи в рюкзак, чтобы не забыть отдать. Во вторник надо отдать вот эту папку. Так, Сонечка, что принесла? Это плюс лучше, чем вот это. Да. А, это, короче, только все, что ты проходил, то, что тесты какие, да? И все, больше ничего? А, может быть, вот эта, конечно, штуковная. Хочешь что-нибудь отсюда взять? А, ну это будет потом в школе же, правильно? Вы можете купить. Да, только... На свои деньги, да? Вот это. Я хочу вот это. Видишь, эти маленькие кошки? Я хочу это. Я это хочу. Ага. Наша коша здесь. Наша коша? Так, а здесь у тебя, смотрю, плюсики, да? Плюсики, это значит, что хорошо выполнила, да? Пойдем. 2 недели Рождество. Пойдем. 2 недели? Да. Понесла. Вот она его понесла. Теперь у вас в комнате так круто, да? Теперь хочется все время... Так, Лисочка. Никита, шторку повесить, чтобы у него здесь красота была. Шторку? Ну, давайте я вам помогу шторку повесить. А какую? У нас была эта розовая. А может быть, давайте красная? У меня есть такая ткань красная, прозрачная. Давай. И мы ее сейчас вам сделаем такую наполовину шторку, да? Да. Это, но я хочу, чтобы у меня тоже было. Ну, Лис, там никак не сделаешь, наверное. Здесь у вас будет такое ваше помещение. Ладно. Сейчас я принесу эту шторку. Такая, и никто не видит. Угу. Ух ты. Ой. Разворачивайте. Ну что, рождественская? Да. Мам, смотри. Это шторка. Сейчас я ее как-нибудь повешу вам. Где дети? Вот они. Что, можно? Ты красиво? Мам, сними. Да, можно снять там. Посмотрим, там все красное. Тут все видно. Я сейчас к вам залезу. С вами здесь буду. Здесь приятно. Тут у нас планшеты. Здесь приятная шторка. Попробуй. Да, здесь все видно, кто входит. А вас со стороны почти не видно, потому что светло там. Попробуй. Да, пробую. Приятно. Так, залазь. Киса. Киса только проснулась, вся взъерошенная. Поглажу тебя. Легла. Ой, здесь очень круто, да, Кис, я знаю, здесь очень круто. Мне очень нравится такая красотень. Пусть идет. Пусть идет. Она, наверное, кушать хочет, может, туалет хочет. Нет, она просто идет к папе. Опять идет к папе, она идет. Она ковер пошла пососать. Ищет, ищет. Где бы повкуснее найти ковер? Ничего, внимания не обращай. Так, вот такая кошундра. Сосущая ковер. Так, давайте, наверное, заканчивать видео. Да. Дорогие зрители, на этом все. Если вам понравилось наше видео, то... Поставьте лайки! Спасибо, что вы все это время были с нами. Да!